На территории ГТРК «Алания» наши коллеги высадили 171 дерево по количеству работников радио, телевидения, телекинопроизводства Северной Осетии, участников Великой Отечественной войны. Мероприятие приурочено к ежегодной международной акции «Сад памяти». Вместе с ветеранами и школьниками сотрудники телекомпании посадили березу, дуб, клен и саженцы других пород. Вспоминаем сегодня наших коллег. Это работники радиокомитета, которые в первые дни войны ушли на фронт, и тех, кто работал в гостелерадио Северной Осетии в разные годы. Имена их, вот мои коллеги, служба радиовещания, несколько лет ищет в архивах, в учетных карточках. К 70-летию Победы в 2015 году мы открыли эту памятную стелу «Радио Победы». Тогда было 154 человека в этом списке. Вот на этой табличке они нанесены. Но вот за прошедшие годы появились новые имена, и сегодня в этом списке 171 человек. Весь коллектив радио пытается найти в архивах данные об участниках Великой Отечественной войны. Там не только журналисты, корреспонденты, дикторы, это все кочегары, вахтеры, водители, которые работали в разные годы в нашей компании и были участниками Великой Отечественной войны. На сегодняшний день, к сожалению, ни одного из них уже в живых нет. Но с каждым годом нам удается найти хотя бы одного родственника из этого списка, и сегодня 19 именных деревьев были посажены именно родственниками.